С 1 января 2020 года в Чувашии вывоз мусора подешевеет. Тарифы на сбор и вывоз твердых бытовых отходов снизятся за счет освобождения регионального оператора от налога на добавленную стоимость, согласно принятому федеральному закону. Об этом сообщила в ходе совещания руководитель Республиканской госслужбы по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова. Мусорная реформа в этом году в прямом смысле очистила республику от большинства несанкционированных свалок. В селах организовали вывоз твердых коммунальных отходов, а в платежках появилась новая коммунальная услуга. Сейчас каждый житель в среднем за вывоз мусора платит 76 рублей в месяц. Цена складывается от расходов компании плюс себестоимость, которую делят на количество плательщиков или метры жилья. Вывоз ТКО – это коммунальная услуга. Справедливее платить так, сколько мусора потребил, столько и заплатил. Для точного расчета тарифов на селе и в городе специалисты Минстроя Чувашии проверили замеры мусора на местах. Согласно новой схеме, для граждан меняются правила расчета тарифов на вывоз ТБО. Теперь региональные операторы не смогут перекладывать на потребителя расходы на уплату налога на прибыль и экологический сбор. Снижение ожидается в среднем на 7,5%. Так, с начала нового года сельчане будут платить за мусор 49 рублей, горожане 61 рубль.